дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Желтый лист, как птица, вчера сел в ладонь мою. Насладиться последним дыханием осени, полюбоваться золотыми листьями, посмотреть на вот эту стальную озерную волну, вдохнуть чистейший воздух, все еще по-прежнему можно здесь, в Выборге, в парке Монрепо. Несмотря на то, что в парке ведется огромная реконструкция, у вас еще остается уникальная возможность полюбоваться красотой нашей северной природы. Приезжайте. Кленовый лист, ты мне среди зимы приснись, в тот миг приснись, когда пурга качает за окном снега, в тот миг, когда все замело и на душе белым бело, ты мне приснись, рыжий лист кленовый. Приснись, приснись, рыжий лист кленовый. Монрепо. А мы вообще сейчас с Елизаветой пойдем, знаете куда? В грот Горгоны. В рот вам компот. Первый, конечно же, я запущу Елизавету. Елизавет, ну, пока. Я не знаю, что ждет меня, но ее здесь нет. Смотрите, реально, ее здесь нет. Она зашла в этот грот и больше ее нет. Все. А, тут выход, извините. Век моих усталых коснись, тихий сон даря. Заплутавшей птицей вернись в стужу января. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Безрассудной птицей вернись в стужу января. Тебе нравится? Нравится. Холодно, но нравится. Вкусно пахнет. Сопли забили нос, не чувствую. Это сопли счастья. А может быть, мы узнаем, что скажет директор по этому поводу? Так пойдемте узнаем. Пойдемте. Мое мнение такое, что когда ты куда-то идешь, надо одеваться очень тепло, брать с собой термос, спички и соль, потому что так гулять невыносимо. А еще зонтик. Но у тебя все это есть. И зонтик, и перчатки, и теплая собака, шерстяной шарф, шапка. Если вы потрогаете мои руки, вы поймете, о чем я говорю. Хоть у меня и перчатки, и зонт. Надо брать все-таки спички и костер разжигать. Нашим зрителям мы такую прогулку рекомендуем? Рекомендуем одеваться потеплее, брать с собой термос с едой и вперед за новыми впечатлениями, приключениями. Кстати, я здесь соглашусь. Термос нужен обязательно. А почему мы снимаем вертикально? Кленовый лист, ты мне среди зимы приснись, в тот миг приснись, когда пурга качает за окном снега, в тот миг, когда все замело и на душе белым бело, ты мне приснись, рыжий лист кленовый. Приснись, приснись, рыжий лист кленовый. Без преувеличения можно сказать, что отдыхающих, посетителей везут сюда автобусами, друзья. Здесь экскурсии проходят какие-то, тематические. Ель, да, с камнем сжилась, вот она уже с друг другом здесь подружились. Подружились. Говорят о том, что гармония, ну не великолепие ли? Вы только посмотрите. Природа Карелии, ее удивительные скалы, ее удивительные озера, ее удивительные деревья, ее удивительный воздух, ее удивительное небо. Все это по-прежнему открыто для вас, друзья. Садитесь на машинки, на автобусы, на электрички, на велосипеды. Приезжайте. Город Выборг, парк Монрепо ждет вас. Радомир Банько, Рамбов ТВ ставит пальцы вверх и рекомендует своим зрителям, а также гостям нашего региона посетить это удивительное, замечательное место. Кленовый лист, ты мне среди зимы приснись в тот миг.